меня стресс от блядь, от стресса температура. Спасите, помогите. Вот. Мы там разговаривали, разговаривали с этой продавщицей. Она мне там предлагала, предлагала. Я говорю, нет, типа, не буду я ваши лекарства покупать. Ну, я купила себе этот порошок от простуды, типа. Вот. И эта бабка стоит такая, говорит, вот. Да, фармацевт. И эта бабка стоит, которая за мной. Типа, вот. С длинными волосами ходят постоянно, типа, хуё-моё, счастья не будет. Чё, зачем ходить с такими длинными волосами? Это же некрасиво. Мы такие с фармацевтом, типа, чё, блядь? Типа, чё? Говорит, типа, ну, фармацевт такая говорит, ну, это же красота. Она говорит, что красивого, счастья не будет, волосы собирать надо. А сама, блядь, ебать, под мальчика подстрижена, там вообще пиздец, волос нет. Я такая, я хотела что-нибудь сказать, думаю, ну, блядь, ладно. Блядь, жизнью обиженный человек, что ему отвечать? Вот. Ну, это пиздец, просто я в ахуе. Мне первый раз в жизни говорят, блядь, подстригись, пожалуйста. А у меня еще волосы чистые, красивые, все, я такая, все, заинька, пусенька, блядь. И вот такая вот херня. Добрый вечер. Я вообще в ахере немножечко. Да я вот, я и промолчала, я вообще ничего не говорила. Так, надо включить мне музыку. Чё хочешь, длинные волосы? Или чтобы тебе бабки говорили, подстригись. Я нашла магаз какой. Ой, что-то у меня пиздец тут ногтям. Что-то дешево. Мне кажется, какая-то хуйня. Честно говоря. Что за магаз? Как называется? Можно было и понежнее. Можно было не выебываться. Это я со своим телефоном разговариваю. Ну, кстати, все возможно. Что он пластиковый? Ой, блядь, ебучий скрипучий стул. Это магазин так называется? Ну, бля, мне кажется, 11 не может сейчас столько стоить, 45. А на сколько гигов там? Мне кажется, что-то дичь какая-то. Ты его оплачивать будешь при получении, там же вскрывать нельзя будет его. 128. Пахнет каким-то подвохом, честно говоря. Но он не может сок стоить. Пипец, 9 утра, я пока дошла, я вся взмокла от жары. Как я поеду на море, я не знаю. У нас вообще... Я вчера сделала брови и ресницы. Ну, я ресницы ламинирование сделала. И покрасила их. Вот, теперь они типа у меня есть. Я тоже как овощ. А у меня, прикинь, еще температура ебашит. Это вообще, это шо. Сейчас заварю себе один порошок. Посмотрим, как у меня снизится или не снизится температура. Так. Надо убрать. Давай, иди покушай.
Привет, Тимур. Слишком близко. Мне не видно. Привет. Как дела? Да ты встанешь, нет-то. Сейчас, подожди, прочитаю твое сообщение. Прям стало таки лучше. Я тебя сегодня уже выгоняла, чувак. Ой. Дорожу. Ой, Геомуса. Как тебе туса? Как тебе туса? Надо вытащить весь хлам из сумки. Монтированные кроссовки. Жаропонижающие. Купила. Порошок от простуды купила. Мне не помогают таблетки.
Я не болею.